Во-первых, добрый вечер. Есть четкое понимание данной ситуации. У нас есть не только лишь сегодняшняя ситуация. Хочу обратить внимание международных организаций. Я уверен, что Крым мы можем... Женат я на... Просил бы также всех киевлян обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле. Есть четкое понимание данной ситуации. Я уверен, что так называемый Крым мы можем... А сегодня, в завтрашний день, смотреть могут не только лишь все... We'll be right back.